Здравствуйте! Хотим представить вам новый ножик нашей работы, так называемый походный складной нож. Данная вещь из себя представляет 20-сантиметровое лезвие, ширина 40, толщина 6, спуск примерно 28 мм. Рукоять Микарта, вся фурнитура, которая применяется на данном ноже, является каленой для улучшения износа стойкости. Применяется замок линейного типа. Хвостовая часть специально заужена, чтобы лезвие заклинилось в сложенном состоянии, дабы не раскрыться в рюкзаке. Итак, основная функция этого ножа — это походно-лагерные, либо шашлычные, сосисочные посиделки, погулялки, где нет необходимости брать топор или мачете из их габаритов, где можно что-то нужно построгать, порезать и отрубить. То есть 20-30 мм древесины этим ножом можно спокойно рубить, не стесняясь и не опасаясь его состояния. На данном ноже сделана закалка специально для того, чтобы им можно было рубить и не ломался он, не гнулся. 47-52 единицы твердости по рофлю. Собственно говоря, все.